хотел сегодня снять третий проход, такой мариновский, но пошел дождик, и по ходу съемочка откладывается. Ну зато теперь, если он пошел, тучки рассеются, и будет красота. Я думаю, ну мелкие, наверное, на часик где-то зарядил. Осень пришла все-таки. Смотрите, какие красивые деревья впереди. Как раз это и есть аквамариновский проход. Стою рядышком с ним. Все. Делюсь красотой.